честь 30-летия с момента образования пограничной службы КНБ Республики Казахстан, а также 90-летие писателя Чирхана Муртазы и 150-летие просветителя Ахмета Байтурсынова для поднятия настроения и боевого духа личного состава пограничных отделениях Жолынского района были представлены концертные номера. Вне всяких сомнений, пограничная служба – дело ответственное. Пограничники всегда находятся на страже границ Родины, тем самым препятствуя незаконному проникновению граждан иностранных государств на территорию Казахстана и препятствуя контрабанде. Учитывая удаленность погранзастав, коллектив Жамбылской областной универсальной научной библиотеки имени Шоканова Алиханова решил организовать для солдат, сержантов и офицеров пограничного отделения имени Бауыржана Момышула, расположенного в Жуалынском районе, небольшую концертную программу. Кроме того, библиотекари организовали для личного состава пограничного отделения выездную выставку книг с целью повышения интереса молодых солдат к чтению. Мы привезли книги Ахмета Байтурсынова, такие как «Массаж», шеститомник его произведений, энциклопедию, в которой содержится информация о его жизни и творчестве. Кроме того, мы также представили вниманию книги Бауыржана Момышулы и Шерхана Муртазы. Проводим данное мероприятие в честь юбилеев наших прославленных писателей. Пограничники и их семьи насладились музыкальными номерами сотрудников библиотеки. Выездная выставка всем пришлась по душе, поскольку это отличная возможность узнать что-то новое о жизни и деятельности известных писателей, проникнуться идеями и глубоким смыслом их произведений. Цель книжной выставки – это формирование интереса к чтению книг у личного состава, также формирование у них как устной, так и письменной речи с помощью произведений писателей Республики Казахстан. Аналогичное мероприятие прошло и в пограничном отделении Аксуат Жуалынского района. Концертная программа и передвижная выставка вызвали положительные эмоции личного состава. Стоит отметить, что подобные встречи будут организованы и впредь. Риналь Рахматуллин, Тлеукабыл Старжанов, Жамбыл Ньюс.